Татарстане задержаны 14 участников запрещенной в России международной террористической организации «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами». Арестованные жители Казани и близлежащих районов республики, сообщает Татарстанское управление ФСБ. Операция по их задержанию прошла сегодня. Делегация из Татарстана посетит бизнес-форум в Германии. Об этом сегодня договорились на заседании Совета директоров Татнефтехиминвестхолдинга. Также рассмотрели итоги работы предприятий нефтегазохимического комплекса и обсудили новые проекты. Сегодня на Казанском ипподроме стартовали региональные конноспортивные соревнования. Здесь встретились лучшие спортсмены из Москвы, Ярославля, Самары, Башкортостана, Татарстана и других регионов страны. На манеже они соревнуются в олимпийских видах спорта. Основной – конкур.